Астрадамовка и Лебедевка Сурского района – села соседи. Большинство жителей Лебедевки работают в Астрадамовке, где функционирует больница, школа, пищекомбинат. Ранее проблема добраться на работу и домой существовала даже для пешеходов. Эта дорога была в предыдущие годы в очень ужасном состоянии. Но, как видите, сейчас это прекрасная дорога, прекрасно отремонтированная. Кроме прочих нагрузок, через дорогу проходит и школьный маршрут. Поэтому ее ремонту рады все сельчане. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дошел и сюда. Женщины говорят, что наконец-то могут позволить себе ходить на каблуках. Отремонтированы пути к больнице и пищекомбинату. Сразу после закладки труб проведено благоустройство. Поэтому село выглядит очень презентабельно и современно. Это было задумано, в общем-то, в прошлом году выездное заседание правительства в нашей школе проводилось. И вот были подняты такие вопросы, как вот данная площадка, чтобы заасфальтировать вот эту данную площадку, освещение по селу и, значит, школьный маршрут до Лебедевки. Ну, в этом году все эти вопросы выполнены. Но самое главное – освещенность. С началом реализации национального проекта в регионе ежегодно увеличивается число транзитных дорог, на которых установлено уличное освещение. По нашей просьбе данный вопрос по этой дороге не раз писали, но в этом году буквально за 3 месяца эту дорогу сделали проезжей и в отличном состоянии. Даже в городе такой дороги, можно сказать, и нет. Довольные сельхозпредприятия, поставляющие продукцию на пищекомбинат. Транспортные расходы сократятся, поэтому экологически чистая продукция станет немного дешевле. В целом же, благодаря комплексу мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в 2020 году смертность на автодорогах региона снизилась на 28%. До конца этого года освещение установят на 31 объекте областных дорог, общей протяженностью более 44 километров. Работы уже завершены на 15 участках. Павел Половов, Екатерина Колесникова, Николай Трофимов. Новости Улправды ТВ.